Обучалка по твистам. Вернее, это видео – набор упражнений, которые я использовал, чтобы выучить элемент. Первое, с чего стоит начать – это, естественно, стойка на руках. Хорошая и уверенная стойка, с различными вариациями положения ног. Для меня твист – это, по сути, просто прыжок с одной руки на другую, но с небольшими нюансами. Короче, для начала стоит попрактиковаться выполнять различные фризы на одной руке. Ноги в шпагате, ноги вместе, Nike фриз. То же самое следует выучить на другую руку, так как толчковая рука должна быть крепкой, и также входящая рука принимает весь вес на себя. Поэтому тщательно проработайте этот этап. Вот это еще одно неплохое упражнение. Помогает укрепить плечи и прокачать фризы. Главное не сгибать руку и не ломаться в плече, так как у многих это основная ошибка. По поводу прыжков. Многие говорят, что не обязательно уметь прыгать на руке, чтобы сделать твист. Но поскольку я объясняю свою технику, я скажу, что прыжки на руках сыграли немаловажную роль, и я советую делать как минимум по 10 раз на каждой руке. Следующее упражнение тренирует заход. Обязательно делайте его по кругу. Это упражнение для прокачки ног. Стараемся поднимать как можно выше и делать количество на максимум. Помогает при заходе легче выносить ноги наверх. Дальше таким образом через стойку пробуем с небольшим махом переходить с правой на левую ногу. Отлично прокачивает координацию ходьба на руках по кругу. Дальше я советую научиться делать простое колесо и после пытаться делать его с небольшим прыжком. Со временем нужно пробовать тянуть голову к груди, и тогда будет получаться прыжок с фриза. Положение ног поначалу не имеет значения. Главное научиться стабильно перепрыгивать с руки на руку. Следующее упражнение не обязательное, но позволяет хорошо привыкнуть к большим нагрузкам. Задача состоит в том, чтобы, делая небольшой мах ногой, заходить во фриз прыжка. Эта движуха хорошо тренирует входящую руку на твисте. Во время захода всегда разворачивайте кисть, и рука становится примерно на место противоположной ноги или немного вперед. Поначалу стоит тренировать заход с разворотом в стойку. Отличным упражнением будет вымах со свайпса в стойку, поэтому хорошо бы уметь этот самый свайпс. Принцип движения схож с твистом. Итак, собрав в кучу все эти этапы, постепенно повторяя по кругу ход элемента, можно пробовать добавлять прыжок. В итоге моя основная задача в этом видео – не научить элементу с нуля, а разобрать его на составляющие, которые ранее помогли мне. Возможно, каждый возьмет для себя что-то на заметку. Кстати, для тех, кто хочет повысить стабильность элемента, отлично тренировать его со стойки с остановкой. Надеюсь, был полезным. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Увидимся в новых видео.